Всем привет, вы на канале Wargame House, это рубрика «Техническая поддержка». Если у вас что-то не получается установить или настроить, пишите в комментарии, будем разбираться. А в этом видео я вам покажу, как в фотошопе добавить на фотографию цензуру. Возьмем картиночку для примера, какой-то слайдик. Так, значит, что нам нужно сделать? Надо скопировать фотографию, которая у вас есть, это Ctrl-J. Дальше идем в фильтры, оформление. Мозаика. Тут мы выбираем размер квадратиков, которыми мы хотим скрыть изображение. Ну, в принципе, не важно, какой размер ставить, это уже на свое усмотрение. Я обычно 20-ку использую. Дальше. Добавляем новый слой. Геометрической фигурой какой-нибудь. Не важно, какая это, может быть, квадрат и овал. Хоть изогнутая. Цвет тоже не имеет значения. Дальше мы этот слой перетягиваем под слой с цензурой. И нажимаем по слою с цензурой отправочная маска. Правая кнопка мыши, по нему отправочная маска. И наша фигура становится цензурой на фотографии. Дальше ее можно редактировать как хотите. Перетягивать хотите на всю фотографию. Хотите какой-то конкретный элемент. Так вот, нехитрыми действиями можно сделать цензуру в фотошопе. Всем, кому это видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до встречи!